Американский индеец и его друг были в центре Нью-Йорка, прогуливаясь около Таймс-сквер в Манхэттене. Приближался час обеда, и улицы были заполнены людьми. Машины сигналили, на перекрестках скрежетали такси, завывали сирены, и эти звуки города почти оглушали. Неожиданно индеец сказал: «Я слышу сверчка». Его друг ответил: «Должно быть, ты спятил. Ты не мог услышать сверчка в таком шуме». «Нет, я в этом уверен», — сказал индеец, — «я слышал сверчка». Индеец на минуту прислушался, а затем направился через улицу к большому цементному горшку, в котором росло несколько кустарников. Он заглянул в кусты пониже ветвей и действительно обнаружил маленького сверчка. Его друг был крайне удивлен. «Это невероятно», — сказал он. «Должно быть, у тебя уши сверхчеловека». «Нет», — ответил индеец. «Мои уши ничем не отличаются от твоих. Все зависит от того, что ты слушаешь». «Но этого не может быть», — сказал друг. «Я бы никогда не услышал сверчка в этом шуме». «Да, это правда», — последовал ответ. «Вот, позволь, я покажу тебе». Он сунул руку к себе в карман, выгреб несколько монет и бросил их на тротуар. И тогда, хотя шум переполненной улицы все еще ревел в их ушах, они заметили, как каждый человек в 20 футах от них обернулся посмотреть, не его ли деньги звенят на тротуаре. «Видишь, о чем я?» — спросил индеец. «Все зависит от того, что важно для тебя. Подпишись на канал «Мир в цитатах», ставь лайк.